Знаете, как у камня остановился богатырь, а там указатель. Направо пойдешь, что будет, налево пойдешь, что будет, а прямо пойдешь, то пойдешь прямо. Нет, там так было. Повернешь направо, пойдешь направо. Повернешь налево, путь твой будет лежать налево. А пойдешь прямо, путь твой будет лежать прямо к французским бульдогам. Ну что, мы выбираем прямо к французским бульдогам. Мы находимся в саду. Я в прошлом ролике показывал, что у нас здесь есть в саду. Это вот абрикосы, черешни. Черешни уже отошли. Там она вдалеке, вишня, видите, вон она. Вот она, красная вишня, вот. А под ногами у меня крутится. Вот такие маленькие существа. Только не прыгай, я тебя сниму. Я тебя хочу снять просто. Вот какая ты у нас красавица. Давай. Вот тут и... Вот. О, все. Там умники говорят, что нельзя за холку брать. Ну, я всех беру за холку. Много лет уже. Марсик вырос с этим. Жорка. Да все. Поэтому я не дергаюсь, конечно, так, чтобы поломать собаку. Аккуратненько снимаю, чувствую, куда надо взять и как взять. И советуют мне, что этого нельзя делать, ну, не знаю. Не делайте. Не надо мне советовать то, чего не делаете вы. У каждого свое видение жизни, свои подходы ко всему. Поэтому примеривать свой пиджак на меня не стоит. Ну, посоветовать, конечно, можно. Я всегда прислушаюсь к советам. Голубика, видите, а вот засохла голубичка, все. Надо, значит, покупать кустик и сажать сюда. Вот целая. Целая. Все целые голубики, они плохо приживаются. А вот одна не захотела жить. Плодов нету, потому что они перебаливают, адаптируются к этой почве. Мы оттуда пришли, вон тот камень, видите? Мы прошли 10 метров, а сколько всего вокруг изменилось. А это вот павлония. А вот так вот крутотурки не работает. Надо, чтобы он ровно был. Колышек был кривой. И эффективность его упала. Вот она, павлония. Я ее вчера обрезал. Поросель. А это вот такая вот у нас березка, видите? С таким листиком. С красным. Вот какой высоты. Здесь деревья. Саду всего 7 лет. За 7 лет здесь много чего изменилось. Появилось два водоема. Сначала один, потом второй. Потом теплица вот та появилась. А деревья, смотрите уже какие. До небес. А есть деревья, которые ствол 7 метров. И только вверху крона. Видите, вот он. Такой вот сумах. И вот тоже дубль В. Видите, где кроны? Вон вверху. Я такие деревья сажаю над водоемами. Вот они три тоже, видите, сумаха. Смотрите, какие стволы у них высокие. А крона вверху напоминает пальму.
Ну вот мы пришли к Кузе. Солнышко светит, может быть, удастся увидеть Кузю. Немножко вода мутная. Давно не видели Кузенчика. И некогда все. Дел очень много. Пока обойдешь вот сад, просто уже много чего. Жень, что возишь? Траву. Траву? А ты откуда ее? А, ту под виноградом. Женя с Серегой работают. В саду постоянно два человека. Ну, бывает, еще привлекают и два, и три. Бывает и восемь человек. О, вон Кузя. Эх. Хвост только увидел. Отвлекся. А он ушел в яму. Ну, буду. Пойдем. Пошли по кругу. Пойдем. Может быть, он выйдет и где-то увидим. Он бывает на отмель сюда приходит. Вот видите, эти деревья какие высокие. До самого неба. Ну, а Марсик всегда ходит по периметру. Это его работа. Ходить вдоль забора. Он ее исправно выполняет. Вон у нас там, видите, сколько всего в саду. Я всегда, когда хожу, я почему отхожу и снимаю. Очень многие мне пишут в отзывах. Говорят, вот я сижу на 9-м этаже, пью чай. А у меня нету там ничего. Ну, на 9-м этаже. А я гуляю по вашему саду. Хожу, смотрю, Кузю. Как бы, вот я хожу и передаю то, что вижу, тем, кто хочет увидеть что-то. Ну, у кого нету, например, водоема там или участка. Ну, бывает, по каким-то обстоятельствам человек не имеет возможности посадить даже кустика. А он посмотрел на наши вот деревья, и у него на душе стало тепло. Увидел Кузю и помахал ему рукой. Кузи, ну, пока вот нету. Так, на раздачу корма становись! Мирка, подбегай. Сейчас. Дважды не надо просить, особенно Мирку. Даже дверкой не стоит хлопать. О. Ну, Мирунька, ну, нате. А это я рыбкам. Марсик как-то не особо к корму. Он равнодушный. Раньше любил. Ну, сейчас кинул корма. Подойдут рыбы. Рыбы. Вот они подошли, какие рыбы. На 4 плавниках. Плавниках, еще как. У нас тут плавнички. Вон она, рыба, подходит. Сейчас будет проявлять активность. Может, и Кузя соизволит появиться. Рада! Рада! Быстрее иди. Иди бегом. Сюда, иди ко мне. Немножко побудь. Кузя поближе.
У тебя, что ли, туда? Только не заплывай далеко. А то я тебе потом там буду ловить. Вон, лапы зеленые, в тине все. Вон, видите, сколько на дне. А я просто вот в белых брюках и в носках, понимаете? Если был бы вечером бы босиком, я бы с ней залез сюда в водоем. Здесь тепло, хорошо. Можно и в большой водоем залезть. Это надо раздеваться. Просто я сейчас нахожусь на перерыве. Вот рыба подходит. И, естественно, у меня форма одежды не для того, чтобы нырять. Но я наблюдаю, как Рада наблюдает за рыбой. Все, вот она уже, рыба подошла. Рыба немножко меня боится.